Всем привет! Итак, как скрыть файл на Андроиде? Если вы используете для просмотра файлов стандартный проводник вот такого типа, то здесь идут категории картинки, музыка, видео. Ну, допустим, смотрите, вот зайдем в музыку, какая-то композиция. А вот для того, чтобы она исчезла, не обязательно ее удалять. Давайте попробуем переименовать и убрать расширение. Запомним, песня называлась «Лайки». Давайте уберем расширение вплоть до точки. Убираем. И видите, проводник спрашивает, изменить расширение файла. Да. Вот она есть, вот она исчезла. Также можно в категории видео, допустим, просто изменить расширение файла, и он исчезнет. Вот давайте запомним эту картинку, переименовываем и убираем расширение. Проводник автоматически этот файл уберет. Видите, изменить расширение файла, да. В общем-то, этого файла уже сейчас нет. Но куда же он подделся? Чтобы его найти, этот файл, нужен более... Зайдем с помощью файлового менеджера и посмотрим в памяти, где наши эти файлы. Итак, зайдем в Download. И вот смотрите, вот наш файл, который мы, в котором мы убрали расширение. Он в памяти остался, но в рубрике «Музыка» его нету. То есть вот таким вот способом можно скрывать файлы. Таким же способом можно скрывать любые документы. Просто убираем расширение и в стандартном проводнике мы этот файл видеть не будем. Но если взять более продвинутый проводник, то этот файл можно найти. Просто изменяем расширение на стандартное, какое оно было, и файл появится в списках нашего проводника. На этом все. Я думаю, объяснил все доходчиво. Если все же вопросы появились, спрашивайте, постараюсь ответить. На этом все. Всем пока.